сейчас все дружно кричат «Ура!», потому что у нас на связи уран! Уран землевиден невооруженным глазом, так что если там и есть уранцы, можете помахать им своими земными ручками. Что-то заставило ядро урана остыть. Это самая холодная планета Солнечной системы. Все другие планеты вращаются вокруг оси с небольшим наклоном. Например, ось вращения Земли наклонена на 23,5 градуса, но наклон Урана 99 градусов. Другими словами, если все планеты немного походят на волчок, когда вращаются вокруг Солнца, то Уран больше походит на катящийся шар. И это приводит к другому странному факту об Уране. Лето на Уране длится 42 года. День на Уране составляет приблизительно 17 часов. Уран – вторая после Сатурна наименее плотная планета. У этой низкой плотности есть интересный побочный эффект. Даже при том, что Уран в 14,5 раз массивнее Земли, сила тяжести сопоставима с земной. Наконец-то наш спецкор весит столько, сколько ей и положено. Алло, Наташа, как там у вас дела? И здесь я не осталась в одиночестве. Уранцы машут нам своими инопланетными руками. Привет, земляне, привет, зрители телеканала М1. Мы группа «Лампа накаливания», жители Урана. И мы приготовили для вас поздравления к вашему земному празднику. С 12 апреля. Мы собрались, чтобы вас поздравить с прорывом вашей планеты. Взмывается русское знамя на теле ракеты. Спасибо вам, скажут внуки Гагарина, на мощный поступок для человека. Но давайте оставим вопрос без ответа. Не нужно вам знать, есть ли жизнь на планете. Нашему Уране.